сила, которая родилась. Да, сила у осла, которая родилась, которая появилась, да? Угу. Да, которая появилась, возможно, благодаря тому, что Бхашана. Да, Бхакшана, да, еде, она появилась. Да. Да, вот что такое, смотрим, что такое Бхакшана, да? Бхакшана, находим, да, eating. Да, one who eats, это именно в конце только Бхагавадгиты, да? Вообще, Бхакшана, the act of eating, drinking, feeding, да? Это вот то, что Бхакшана, N в среднем роде, да? То есть это сам вот акт насыщения, да? То есть благодаря это... поеданию. Благодаря поеданию, да. Бхакшана аджатаха, да? Так. Благодаря поеданию, сосья посевом. Посевов, благодаря поеданию. Да, допустим, сасьянам бхакшанат, джатам балам. Так. И так. Ядхештха. Ядхешта, извините. Ядхешта. Но я это разбила как яд и шта. Ядха и штам, ядха и шта. А, ядха, ядха, да. Ядха, да? Да, то есть, не знаю, иштха, ишта, это желающий, это тоже причастие, желающий. То есть, как желающий, по желанию, может быть. Да, ядхешта, да, 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 да. Ядха, ишта, ядхешта. Это ядхешта. По желанию, от пуза. А, от пуза. Вот сколько влезет, да. Да, согласно, в соответствии со своим желанием. Сколько желает, столько и ест. Да? Ядхешта. Да, то есть, давайте теперь все это... И как мы докажем, что мы правильно проанализировали этот композит? Давайте вспомним, самая главная категория Бхагавадгиты. Что должно быть внутри этого Бхагавадгиты? Должно быть две части. Две части, которые в каком отношении они стоят друг к другу? Вот пока вылетело из головы. Я помню, что две части, они как-то соотносятся. Они могут соотноситься только принципиально двумя разными образами. Либо быть в каком-то взаимно в каком-то падеже в косменном, либо одно есть другое. Да? И вот что здесь есть что? Это, значит, осел, чья сила джата. Чья сила джата, чья сила появилась. То есть, это у нас что? Это у нас внутри кармадхары. Да? Внутри кармадхары. Ну, да. То есть, это какой, значит, тип Бхагавадгиты? Самана дикарана Бхагавадгиты. Да? То есть, все правильно. Мы проанализировали все правильно. Да? Теперь давайте это переведем. Да? Вот это осел, во-первых, он пуштанга, во-вторых, он туда побежал, ну, и давайте не забывать, что вот ведь этот композит, он является не просто вот неким Бхагавадгиты, неким определением, а именно он является частью глагольной группы. То есть осел побежал туда вот таким образом, да, он побежал туда, при том, что сила его сила джата возросла, да. Не, она не возросла, нет, джата это не возросла, появилась, возникла. Да, у него сила появилась. Откуда у него сила появилась? Из кушания, бхакшана, из бхакшанат, да, из поедания чего? Сасья. Сасьяна, бхакшана. Из поедания посевов и из поедания посевов, таким образом. Посевов от пуза, да. От пуза, да, ядхеш там, да, так можно сказать, да. Ну, столько, сколько хотел. Столько, сколько хочет, да. Сколько влезет, да. То есть при том, что его ангам было пуштам, он имел такое вот упитанное тело, но побежал он побежал туда, куда-то туда, сейчас мы увидим куда, с силою, которая у него вот взялась от того, что он от пуза кушал на этом поле посевы, да. Столько, сколько влезало в него, да. Да, значит, еще раз, да, осел туда побежал, значит, причем сила его, да, сила его возникла, ну или сила его появилась, да, от поедания, бхакшанат, поедание чего? Сасьянам бхакшанат, поедание посевов и поедание каким образом? Ядхештам.
согласно по желанию. Вот сколько душа, сколько душе угодно. Да. Угу. Все понятно, да? Да. Так. И дальше. Дальше у нас что? Куда он побежал? Да, теперь мы можем перейти, пожалуй, так, давайте мы теперь будем перейдем к предложениям, вот к этим самым абсолютивным клаузам, теперь вернемся в начало и дрештва. Дрештва, увидев. Увидев, да, после того, как он увидел, так, кого и что, и как. Увидев, дурат, это, я так понимаю, несклоняемая часть речи издалека. Или вдалеке? Издалека, да, он увидел, издалека. Увидев издалека. Угу. Там это анафорическое местоимение, ну, да. То, что далеко, да? Да, ну, значит, как вы говорите там? Увидев его, скорее всего. Увидев его, кого его? Кого его? Защитника посевов. Да, охранника, который стоял, сгорбившись, помните, да, с натянутым луком, угу, да, взятым на изготовку стрелой и покрытый, который маскировался этим вот серым одеялом. Да? Не помогло. Стоял где? Эйканте, в некоем тайном месте. Да? Угу. Стоял, а тот его увидел издалека, да, увидев его издалека. По поводу дурат, вы сказали, это неизменяемое.